Вот. Все, спасибо, до свидания. Какие только испытания не подстерегают долгожданных гостей маркизы. Во-первых, их отгадывают. Он полный. Я прошу учитывать, Марина, что ваши вопросы слышит ты, человек, которому вы задаете. Ой, нет, ну просто... Во-вторых, им измеряют рост. Ну что, вышел? Их стараются принарядить. Ну-ка, раздевайтесь. Пиджак хотя бы. Я что, должен ее надеть? Жарко будет. Сладко почу. Вот ваш чай. Хорошо. Три ложки сахара. Опа! Их носят на руках. Они рассказывают истории, танцуют, поют и читают стихи. Надеждой сладостной дыша, когда бы верил я, что некогда душа, от тления убежав, уносит мысли вечные, память и любовь в пучины бесконечные. Клянусь, давно бы я оставил этот мир. Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, и улетел в страну свободы, наслаждений, в страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна летит в небесной чистоте. Но тщетно предаюсь обманчивой мечте. Мой ум упорствует, надежду презирает. Ничтожество меня за гробом ожидает. Как? Ничего? Ни мысль, ни первая любовь? Мне страшно. И на жизнь гляжу печален вновь. И долго жить хочу, чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой. Смотрите программу «Маркиза. Ретроспектива» в субботу в 21 час и воскресенье в 21:40 на телеканале «Россия-24». Автор и ведущий Александр Динис.